Но сейчас еще один выход нашего хора. Хор «Сударынь», «Соловейка». Пожалуйста, русская народная песня «Соловейка». Thank you.
Ну а сейчас, дорогие друзья, сюрприз и для наших сударынь, и для вас, уважаемые зрители. Проездом из Лондона в Стамбул остановилась в нашем городе госпожа Горьковская Лидия. И совершенно даром дарит нам свое творчество. Александр, встречаем «Восточный танец». We'll be right back.
Вот видите, что могут женщины. Значит, а сейчас я приглашаю на сцену еще одного нашего гостя. Я думаю, что следующий человек, который выйдет сейчас на сцену, будет постоянным участником наших программ. И, возможно, мы увидим ее на проекте «Любимые песни романсы». Встречайте, Людмила Андреянова. Райан Пауэлл, «Любовь настала». В начале стихотворения «Цветай» Анне, посвящается Анне. А когда, когда-нибудь, как в воду, и тебя поманит вечный путь, оправдай змеиную породу, дом менял мои стихи, забудь. Пей вино, правь тройкой, пой у яры, синеокою цыганкой будь. Знай одно, что скоро будешь старой, остальное, деточка, забудь. Ах, горят мадридские бульвары, понимаешь, миллионы глаз. Ах, горят парижские бульвары, я о них писала столько раз. Знай одно, твой взор широк от жара, паруса надулись в добрый путь. Знай одно, что завтра будешь старый. Остальное, деточка, забудь. Любовь.
уважаемые зрители, для тех, кто досидел до конца, сейчас будет выступать наш народный театр, на который мы вас приглашаем 29-го на подтверждение звания. Не забудьте прийти. Сейчас будет русская народная сказка «Репка» на новый лад. Это подарок всем вам и сударыням. Краевед в обработанную почву репы высадил росточек. Предварительно на грядку удобрений для порядку внес положенную дозу подкормить росток серьезно. Округлилась быстро репка, повзрослела, стала крепкой, а зеленых листьев челка удивила даже пчелку. Ахтунг, ахтунг, ну-ка в тенике. Челочка золотая, чего ж ты шуршишь? Челочка золотая, чего ж ты шуршишь, шуршишь? Жаль, жаль, жалко мне, чего ж ты шуршишь? Жаль, жаль, жалко мне, чего ж ты шуршишь? А ну-ка, я станешь, а прочь не летишь. О, клубно, а Рано утречко, во вторник, дед пришел и репку дернул. Безо всяких напряжений та осталась без движений. Полминуты дед кряхтел, даже малость лоб вспотел. «Бабка!» — кличет он супругу. «Я хотел, чтоб вчера репку выдрать со грядки. Да забыл. Давай вдвоем. Новый трубник. Опять зовешь? Ну что за обрал? Я смотрю свой сериал. Там знаешь, Настя-то Пунтюков гоняет. А Рогозина считает. Да, впрочем, долго объяснять, и тебе, дед, не понять. Ой, ой, это наша? Наша, наша. Наша репка? Ага. Какой кошмар. И что ж, куда было? Деду бабка, как тигрица, обхватила поясницу. Эх, ох, эх, ой, эх, ох, эх, ой. Напряглись, однако репка уцепилась в землю крепко. Лочка! Лочка! Редкой нашей заминка. После выйдешь в Инстаграм постить всякий стыд и срам, а? Не хвалить. Маринка! А я иду такая вся.
Вдоль тебя банная иду, такая вся. Мне сердце рано, слезы, душа, душа, я плену. Мама, но иду, такая вся. Вдоль тебя банная. Так они осенним днем репку дергали втроем. Дед за репку, бабка цепка, деда тянет вместе с репкой. Внучка бабку ухватила изо всей девичьей силы. Только репка влезла в почву основательно и прочно. Внучка кличет криком громким в помощь жучку-собачонку. Бедный друг страной, помоги совсем немного. Нужно репку и картмен затонуть одновременно. Дед за репку, бабка цепка, тянет дедушку и репку. Внучка бабку ухватила изо всей девичьей силы. Жучка зубками девчонку сильно тянет за юбчонку. Дружно дернули в итоге, а продукт сидит в берлоге. Жучка кличет громким лаем муську, спящую в сарае. Помоги нам, ловчик серый, все измучились без меры. Репку вырвать нету сил. Ох! Собачонка голосила. Хитрый кот прибежала в огород. Она последних пару лет ев активно китикет, и из чудного котенка похожей стала на тигренка. Погодите, дайте брать, брать. Не за жучки хвостик взяться, чтоб за них оперативно вырвать репку коллективно. Дед за репку, бабка цепка, тянет детку вместе с репкой. Внучка бабку обхватила изо всей девичьей силы. Жучка зубками девчонку сильно тянет за девчонку. Муська лапами за хвост тянет жучку в полный рост. Только репка, как гранит, в глубине земли сидит. Муська громко кличет мышку, что росточком скоротышку. Подсади чуток, дружище, больше помощи не сыщем. Мы с тобой репку из страха и земли, как щепку вынем. Ты кто такая? А мышь,
легкие. Ну давай тогда, давай. Вся уставшая семейка растянулась длинной змейкой. Дед за ревку, бабка цепко тянет детку вместе с ревкой. Внучка бабку обхватила изо всей девичьей силы. Жучка зубками девчонку тянет сильно за юбчонку. Муська лапами за хвост тянет жучку в полный рост. Ухватилась мышь за кошку, как воробушек за крошку. Дед команду подает. Завершаю. До свидания. Актер Народного театра на поклон. Выйдите, пожалуйста, все еще раз. Актер Народного театра. Так. Ну, хотя бы кто остался? Вышли. Вот замечательные актеры. Но наш рассказ и наш вечер был бы неполный, если бы я сейчас не пригласила на эту сцену людей, которые работают с нашими сударынями, с нашими участниками. Это руководители творческих коллективов. Руководитель хора «Сударынь Соловейка» Алла Петровна Федотова, пожалуйста. Руководитель танцевального коллектива «Ретро» Екатерина Николаевна Кузнецова. Режиссер Народного театра Вера Дмитриевна Симоронова. Снимитесь, пожалуйста, на сцену, пусть вас все увидят. Спасибо вам большое, что вы трудитесь, что вы делаете такие шедевры. И мы ждем, естественно, новых шедевров и новых произведений. А я сейчас приглашаю на сцену нашего автора, который прочитает свое собственное стихотворение как раз в тему нашей сегодняшней программы. Встречайте, Светлана Ивановна Каверина. Она же участница хора. Стихотворение называется «Разговор со старостью». Она пришла ко мне и стала у порога. Застыла, тихо смотрит и молчит. И думает, ну, постою еще немного, она меня к себе, конечно, пригласит. Я тоже на нее взглянула из-под лобья. Спросила строго, ты чего пришла? Мне говорить с тобой с порога неудобно. Уж пригласи, коль я к тебе зашла. А я ведь родилась с тобой в одночасье. Ходила в школу, в юности была. Мешала я порой твоему счастью. Когда ты позовешь тебе к себе, когда ты позовешь меня к себе, ждала.
Ну вот, мне кажется, теперь пора настала. Хочу в твоих подругах я ходить. От возмущения мне аж дурно стало. В подругах я должна тебя любить? Рехнулась ты, наверное, старая тетеря. Я только начала свободно жить. Да, испытала я и горе, и потери. Но рано мне пока с тобой дружить. Я счастлива была в далеком детстве. И в юности, когда пришла любовь. Троих своих детей носила я под сердцем. И добрая была ко мне свекровь. Всегда имела я любимую работу и уважение среди коллег. Ты разве в этом смысле что-то, хоть шла всегда за мной и только вслед? Как рада я, что ты мне не встречалась. Ведь в сердце и в душе огонь горит. И пусть нельзя начать всю жизнь сначала, я дальше-то хочу, как в сказке жить. Я петь хочу, да так, как в юности не пела. И танцевать, и вальсы, и фокстрот. Стихи писать, как раньше не умела. Да дел других вообще не в проворот. Мне вот поэтому дружить с тобой рано. Ты вслед за мной пока что не ходи. Послушай, ну не будь такой упрямой. Годков через 20 хочешь? Заходи. Это жизнь стихотворения. Ну а сейчас мы увидим последний танец, который выучили, разучили наши сударыни. Встречайте. Твист. Говорят, что молодость...
этот вечер. Сидели, аплодировали, радовались, отдохнули. До новых встреч!